если стоимость маленькая. А так как у нас там герои священные, то я думаю, или не брать. Точно, нам один слот для ассимиляции понадобится. А дальше мы подумаем. Дальше мы подумаем. Это у нас пока активно. Два хода. Ну, теперь пошло движение. Вперед. Давай поиск. Ну, поиск. Мы встретили архивиста Дракенов, который поделился с нами весьма интересными теориями относительно войны, выгоды и влияния. Ее идеи потрясли нас, особенно те из них, что относились сразу к трем этим составляющим. Плавильня. Два ресурса можно будет сразу, но нам понадобится, по-моему, объявить кому-то войну. Смотрим. Да, в течение 10 ходов объявить войну. У этого фракции просто построить. Значит, тогда вот это активно сделаем, чтобы было видно. Ладно. Делаем движение в другую сторону. 100 праха нашли. Еще один. Я предлагаю вернуться на нашу территорию и сделать апгрейд своих юнитов. Нам нужен обязательно ресурс в первую очередь, что вот этот ресурс у нас тоже шел в накопление. Кентавры хорошие. Все, теперь у нас пошло движение. Мы сделали это, мы построили. Мы его построили, колонист. Вот он, колонист. Теперь нам надо подумать, что мы будем колонизировать. Херкур. Большая территория, площадь, да? Как бы соединенные города будут разбросаны. А здесь рядом. Надо посмотреть тогда, какие у нас здесь возможности. Вот на граница 6, 8, 1. Вот сюда вот как-то город надо поставить. Здесь получится это 4. Здесь хотя бы еда есть и немного денежек. И не так далеко от нашего города будет. Потому что в других местах я вот смотрю. Ну, здесь науки много, а остального не очень. Это вообще другая территория. Наука. Мне кажется, вот сюда надо. И с этой стороны не подобраться к городу, вот с этой стороны заходить придется. Да, значит, там мы его берем. Более того, нам надо перехватить, сейчас посмотрим. Вот так. Наш пойдет вот так, герой. Вот его хода-то мало. Нет. Ты быстро бегаешь. Быстро бегаешь. И ты хотел идти. А вот это что у нас за зона? Аномалия. Стекло.
нас теперь здесь будет трое. И скорость будет считаться по герою. Что правильно. Так, подсказку убрали, конец хода. Четыре, смотрим. Два хода останется. Купим. Сейчас у нас бонус даст герой. Герой идет туда. Герой идет туда. Выдвигаемся. Маньюр. Маньюр. И здесь, 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 здесь. Сейчас в маньюр зайдем на одну клетку, а дальше уже будем туда смотреть. Так, 105 у нас. Мы будем считать самые последние. Будем считать самые последние. Конец хода. Так, есть бонус у нас дали. Один. Закрыли. Переставляем. Много. Нормально. Делаем вот такой шажок, чтобы потом не бегать. Убираем город. И теперь вглядываемся внимательно. Если мы ставим его сюда, движение у нас пойдет только наверх. Или вбок. Вот сюда, вот так, севернее. Если поставим здесь, у нас будет наука, не будет питания. До питания долго придется идти. Но зато сейчас уже 6 будет. И 5. 5 производства. А если здесь? Там. Далеко, да? Прям на краю. 6 будет. 7 и 6, 11 науки. И 6 питания. Но зато рядом потом может быть и питание. Мне кажется, здесь науки просто больше, да? Здесь больше науки. А потом по одной будем так вести. Я вот даже не знаю. Здесь два. В принципе, эти два варианта оба. Да тут тоже науки много. Тут 7. И питание больше. Все-таки склоняюсь сюда. Город поставить. А если так сдвинуть? Нет, там 7 сразу. Прям на окраине. Да, тогда бежим туда. Бежим, 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 бежим туда. Вот этот манер будет наш. 7, 6, 14, 5. 14, 5. Нам нужно первым делом еду, наверное. Потом производство. Рек, рек, рек. Тут нет рек.
Лазарет тут нет. Прах. Немного науки. Потом ресурсы. Ресурсы получить. Да, получить ресурсы после этого. И на этом пока все с этим городом. Отлично. 40. Один уже 40. Это 80. А город. Ну да, пусть будет пока так же. Выбираем нашего героя. Модернизация. И у героя мы хотели щит поставить. 10. А нам, поскольку у нас 9. На следующий круг сможем поставить. Тогда ждем. Какого левела-то? Второго. А у нас тоже второго. Их трое. Нас двое. По очкам 119. В принципе, ровно идем. Не то чтобы прям супер. Но этого достаточно. Достаточно. Что у нас здесь будет? Добыча. Там 12 будет, а если так, 6. Давай тогда... А мы их обновили? Просто так, для интереса. Этого нет. Так, колониста. Колонисту надо второго уровня, чтобы он 7 шагов делал. Но нужна тебе эта палка-то? Нет. Так. Мы еще теперь торговать можем. Роскоши. Запасы. Здесь-то правильно. Если переключимся, 3 круга. 6, 12. 2 раза быстрее. 2 раза быстрее. Ну, пусть будет 2 раза быстрее. 2 раза быстрее, а героя можем поставить щит. Щит можем поставить. А если бижутерию еще повесить вторую? Вообще замечательно. Как насчет брони? 77 у нас. 58. Полностью переодели. Замечательно. Морпехи. 69 надо, чтобы их переодеть. Морпехов на переодевание. Все второго. Хорошо, ладно. Давай туда пробежимся тогда. Вот с этими надо, конечно, разобраться. А вот следующая часть тоже неплохая. Это гномики. Гномики хорошие. Смотрим. И нам надо объявить войну другой империи. А вот, кстати, надо вернуться нам. Кстати, надо вернуться. Объясню почему.
Во-первых, нам надо будет вот их завалить. Они второго уровня, у них там по 120. В цепь молний по одному попадает и всех остальных тоже цепляет. И захватить, чтобы у нас по науке через 6, я не знаю, через сколько вот это вот исследуется, но у нас будет еще одна возможность ассимилировать еще один народ, и тогда мы можем их взять. Нам в наш стак войска заполучить их было бы крайне желательно. Поэтому мы возвращаемся. В городе что у нас? У нас один ополченец. Их трое. Нам не хватит. Нам нужно как-то... Если так, 47. Долго ждать. Ну, можно. Тогда делаем так. Да, пусть будет так. Закрыть. И теперь каждая точка у нас вот 4, 4, 4, 33, 57 мы получаем. Это хороший прирост на реке. На реке хороший прирост. У нас много прям через весь город протекает, можно сказать, эта река и дает приличный прирост. 5 кругов. Давай, пусть будет 5. А вот вы и напали. А вот вы и напали. Что мы делаем? 554. Мы можем попытаться сделать следующее. Во-первых, нам надо активировать ресурс. Стоимость 15. Активируем его. И тогда мы можем из города в город телепортироваться. Да, это хорошо. Теперь нам нужно что-нибудь ненужное продать. Давай хотя бы 10 продадим. И у нас уже 241. 241. А нам надо 554, чтобы одного купить. Ладно. Тогда смотрим роскошь. Вообще все продадим. Это 6 штук. 289. А если вот этот ресурс прям 5 и продадим, 300. А если 10 продадим, 500. И 5 продадим, 554. Смотрим. Прям вот тютелька в тютельку. Прям вот тютелька в тютельку. Купили. Так, покупать не надо. Увеличим. Или денежку. 100. 109, 90 будет, да? Нет, пусть на вот это вот пойдет. Тут у нас осада, ладно. Что делать? Агрессивно ведут себя. У нас 120, у других 110, 115, 130. Ну, я бы не сказал, что мы там прям совсем. Итак, у нас появилась новая армия. Мы активируем ее и туда телепортируем. Теперь она там. Да? Была ж там. Нет? Берем ее и телепортируем. Но здесь же был? Был. Сюда перешел? Перешел. Теперь у нас будет 4. А вот теперь как-нибудь бы нам атаковать. А почему в город-то не можем зайти? Они будут так атаковать. Вот. Интересно.
Их трое. Распустить, защита. Если туда-сюда. Модернизировать же еще надо. Ой-ой-ой. Ладно, пропускаем ход, ждем. 137. Много понадобится, конечно. Пыли. Для этой операции. Так, теперь смотрим. Мы можем атаковать? Просто можем уйти, да? Меня это не интересует. А вот так. А в город зайти тоже не могу, да? Удивительно. Работает наполовину. Как и в предыдущей партии. Ну, хотя бы телепортироваться можно. О, и то хорошо. Так. Ресурс все продали, все продали. Там все сократилось, это не изучается. Что мы можем из этого города еще выжить? Через три, давай. Ждем. Войну никому не объявили. Да нам и без войны тут хорошо. Модернизировать 69. 69. 69. Мы оба их модернизировали. Уже хорошо. Этого не надо модернизировать. Здесь смотрим. 218. Ждем еще. В засаду попали. Надо было в опережении идти. Так, на следующем. Если вот так вот переставим три круга. Нет, нам надо один. Вот и пришел к нам еще один воин рассвета. Что мы делаем? Мы берем воина рассвета, новая армия, телепортируем его, а по-другому-то он и не телепортируется, сюда, и объединяем их. Мы можем их объединить? Вот, объединили. Уже хорошо. Что мы еще можем сделать? Мы можем еще одних морпехов. 5. Да, лишними не будут. Пусть вот это будет. Вокруг еще одного тогда. Один круг там остается, один круг там остается. Одного сюда. Что у нас там по науке-то? Один круг остается. Вот это все убираем. Увеличиваем численность армии. Только после этого тогда делаем вот так вот. А нет, потом мы сделаем вот так вот. Хоть какое-то оружие нам надо. Да. Здесь мы можем амбар купить. Конец. У нас случаем не зима? Нет, пока еще не зима. Это хорошо. Не зима. Производство
пищи. Пять будет. Будет пять. Так, куда нам надо поставить, чтобы у нас было максимум? Сюда вот мы хотели, в эту часть. Да? А если вот так, у нас будет опять река. Еще больше река будет. Три на производство, четыре на науку, два на пропитание. Да, вот сюда поставим тогда. Это я уже сделал. Морпех 4. Пусть морпех подождет. Это построится быстрее. Это 9. Так, морпех. Потом увеличим. Да, вот в такой последовательности и будет. Нам еще один морпех нужен. Что мы можем здесь сделать? Да пока ничего. Пока ничего. Так, 150, 178, 160. Ух ты, как много-то. Раз, два, три. Три человека. Три ИИ от нас оторвались. Пока ждем. Личная библиотека. Почему я атаковать-то не могу? Или вот вами просто в раж пойти? Нет, надо все-таки одного морпеха дождаться. Втроем-то поинтереснее вам будет сражаться. Лучше сейчас. Что это нам дает? Содержание города. Реактивируем заново. И для телепортации тоже реактивируем. На следующем круге у нас будет, да? Здесь что? Что? Ничего. Ждем. Скоро планы будут. И вот у нас появился морпех. Создаем новую армию. Вот он появился. И телепортируем его сюда. Опа. Теперь их трое. Только с этой стороны атаковать можно. Ну а что делать? Нам как-то надо выбираться. Хотя нет, мы можем телепортироваться обратно. А на следующий круг телепортируемся туда и атакуем. Что-то я как-то не подумал. Век живи, век учись. Вот еще один вариант. 148, 144, 137, 120, 130. Раз, два, три. Три из восьми ниже нас. То есть мы где-то в серединке плетемся. С учетом того, что у нас здесь произошло. Так, а что если мы сейчас всех пустим сюда? Это 6 кругов получится, там 19. Нет, не будем. Нам сейчас самое главное... телепортироваться обратно. А прежде чем телепортироваться, давай-ка проверим. Морпехи модернизированы. Модернизированы. Купить кого-нибудь можно? Никого купить нельзя. А если подумать хорошенько, в каком плане?
600 стоит, да, и 595. Что мы можем продать, если мы продадим ресурс по 10? Нам пока он не нужен. Продадим 300. Роскошь. Продадим. Продадим 400. Запасы. Все, что могли, продали. Все равно, да, не можем. А если вот так? Нет, да? Ну, попытка не пытка, как говорится, была. Поэтому тогда берем и прыгаем сюда. А он прыгнул нормально. Да бред какой-то. Вот честно. Две армии слишком большие, чтобы их объединить, да? Ладно. Я тебя тоже рад видеть. Давай. Ты как-нибудь тут сдвинулся? Нет? Границы? Границы пока белые. Нет. Я не сдвинулся. Здесь, получается, мы только с нейтралами боремся. Так, мы подошли. Атаковать не можем. Вообще никак не можем, да? А это рядом. А если мы прыгнем сюда, у нас там два хода, по-моему, надо идти. Уже здоровье теряем. Ребят, нет, так не пойдет. Прыгаем обратно. И двигаемся сюда. Это нам три хода понадобится. А мы рядом подойдем. Вот так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бегом, 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 бегом. Что делать? Так, такая задумка. Беги, 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 беги. А то не успеешь. А к этому моменту... Нет, не можем пока еще. Денег-то вообще немерено. Если у нас денег немерено, это еще ни о чем не говорит. Вот так возьмем. Вот так возьмем. И вот так возьмем. Сюда. Мы вот так пришли. Теперь берем, переходим. Давай морпехов возьмем. Да. И морпехами атакуем. Готовьтесь к бою. Так, 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 так. У вас скорость 2. Скорость 2. Сюда идешь. Сюда идешь. Да не-не-не, сюда идешь. Ты идешь сюда. Там же у нас пройти никак нельзя, да. Раз, два. Здесь будешь. Будешь здесь. Смещаешься сюда, ты сюда. Вы подойдете? Раз. Раз, два. Это что у нас?
это у нас желез, правильно? Вот это вот. Что это? Вот это лес, вот это поле. Тогда вот так. Раз, два. И плюс еще лучник один будет. Да. Давай вот так вот. Значит, атакуешь, так пойдешь, ты на него, пум-пум-пум-пум-пум, вот так, да, ой, что-то как-то рано побежали, ребята, а, оборону заняли. Грамотно, давай. Так они не уйдут, наверное. Давай, это упадешь. Заняли позицию. Огонь. Отлично. Что мы можем предложить? Тебя мы убираем обратно. Раз, два, раз, два. И тебя мы тоже убираем сюда. Хотя, если ты долбанешь, ты же сейчас уйдешь, да? Давай ты его атакуешь. Ну, как-то так. На вас двое. У вас усиленная атака. Сильная атака сейчас будет. Вообще никак, да? Забавненько. До свидания. Мы долго терпели вашу осаду. А вот это мощный ударчик. Цепь молнии называется. Молодцы. Молодцы. Ух ты, прям вообще почти. 68, 80, 60, 29, 80, 23. Что мы делаем? Ваш дохлый сюда. Распустить гарнизон. А вот с вами мы побегаем. И нам надо, там их трое, двигаться в этом направлении. И теперь смотрим, что у нас тут по планам-то. Расширение. Нам тут надо расширяться. Расширяться нам надо. Ну, как-то так. Как-то так расширяться. Да, здесь по этой тоже движение двоечка. Ты-то откуда появился? Постройте два хнула. Лифтинг.
короче, скипетр. Построили. Вот это вот вообще, ну только-только ушли же. Ну, придется возвращаться. Хорошо, интересно. И еще один здесь, да? Ну, потом, может быть, телепортнемся, я уж не знаю, может, в этот раз получится. Морпехи. Морпехи. Так, численность армии у нас теперь увеличилась. Атакуем. Демон. Здесь придется. Да, значит, там мы его берем. Более того, нам надо перехватить. Сейчас посмотрим. Вот так. Наш пойдет вот так. Герой. Этого ходу-то мало. Нет. Ты быстро бегаешь. Быстро бегаешь. И ты хотел уйти. А вот это что у нас за зона? Аномалия. Стекло. Вот так. Теперь здесь будет трое, и скорость будет считаться по герою. Мы встретили архивиста Дракенов, который поделился с нами весьма интересными теориями относительно войны, выгоды и влияния. Ее идеи потрясли нас, особенно те из них, что относились сразу к трем этим составляющим. Плавильня. Два ресурса можно будет сразу, но нам понадобится, по-моему, объявить кому-то войну. Смотрим. Да, в течение 10 ходов объявить войну. У этого фракции просто построить. Значит, тогда вот это активно сделаем, чтобы было видно. Ладно, делаем движение в другую сторону. 100 праха нашли. Еще один. Я предлагаю вернуться на нашу территорию и сделать апгрейд своих юнитов. Нам нужен обязательно ресурс в первую очередь, что вот этот ресурс у нас тоже шел в накопление. Кентавры хорошие. Все, теперь у нас пошло движение. Мы сделали это, мы построили. Мы его построили, колонист. Вот он, колонист. Теперь нам надо подумать, что мы будем колонизировать. Херкур. Большая территория, площадь, да? Как бы соединены. Города будут разбросаны. А здесь рядом. Надо посмотреть тогда, какие у нас здесь возможности. Вот на границе 6, 8, 1. Вот сюда вот как-то город надо поставить. Здесь получится до 4. Здесь хотя бы еда есть и немного денежек. И не так далеко от нашего города будет.
Потому что в других местах я вот смотрю, здесь науки много, а остального не очень. Это вообще другая территория. Наука. Мне кажется, вот сюда надо. И с этой стороны не подобраться к городу, вот с этой стороны заходить. Так как у нас там герои священные, то я думаю, или не брать. Точно, нам один слот для ассимиляции понадобится. А дальше мы подумаем. Дальше мы подумаем. Это у нас пока активно. Пошло движение вперед. Давай поиск. Ну, поиск.